Вы молодец, командир. Более, чем мы от вас ожидали. Да. Спасибо, Наташа. Но ведь нападение на Ленинград было всего лишь маневром, призванным отвлечь наши войска. Постарайтесь больше так не ошибаться. Генерал, по данным разведки, имперские войска уже выдвинулись к Москве. Сейчас они подходят к нашему старому космодрому у Красной 45. Красная 45? Мы сможем использовать ее мощь против японцев. Вот так, полковник. Пока вы все сидели за баррикадами в Ленинграде, враг нанес основной удар туда, где его ждали меньше всего. Остановите противника. Преподайте наглядный урок. Эти имперцы не должны дойти до Москвы. Есть, генерал. Сделаем все в лучшем виде. Ну что, Красна 45 предательство, ребята. Начинаем. Если имперцы дойдут до Москвы, война проиграна. Мы хотим использовать против них базу в Красне 45. Город заброшен, но пусковой комплекс Красна 45 должен быть еще в рабочем состоянии. Генерал Крюков полагает, что орбитальный спутник поможет одолеть противника. Удачи! Спасибо, Наташа. Ну что, приступаем. Японцев нужно остановить. Наша миссия. Для этого под ваше командование переданы те немногие силы, что остались... Это все ясно. Итак, приступаем к выполнению задач. Баба. Не высовываться! Мы отправили в сектор разведгруппу, но никто так и не вернулся. Ага. Следуйте к комплексу и будьте бдительны. Понял, Наташа. Спасибо за инфу. Приветствую, командир. Здравия желаю. Олег упоминал о вас. Я Москвин. Сегодня я буду использовать Наташу для прикрытия флангов. Ага. Спасибо, бро. Вот так-то. Ну-ка, покажи. Ой-я! Пехота долго не продержится. Убья! Мы с ними разберемся. Мои таракашки прям очень интенсивно так кричат. Так, что мы имеем по поводу технологии? А, ну да. Убивать узкоглазых не только весело, но и очень просто. Очень некрасиво. Ну ладно, это игра такая. Есть тут кто живой? Кто следующий? О, мишки. Мы спасли отряд штурмовых медведей. Это прекрасная войсковая разведка. Угу. Это же прекрасно. Так, у нас есть ребята. Эй, начальник! Эй, начальник! Начальника! Им не уйти! Получено дополнительное задание. Ага! Спасти Теслоса. Все, терпеть больше сил нет. А вот и они! Мишка Гамми. Наши лучшие операторы ПК Тесла. Они превосходно борются с техникой противника. Я рад за вас, отлично. Так, давайте идем. У нас есть основания полагать, что поблизости находятся наши солдаты, попавшие в плен. Отставить! Мост-то не надо ломать. Зачем вы это делаете? Нафига? Продолжаем патрулирование. Понял вас. Так, давайте теперь сюда еще зайдем. Здесь посмотрим, что есть. Вас понял, штаб. Мы уже в пути. Так, сюда, давайте поможем операторы ПК Тесла. А то что-то имперцы их обижают, надо им помочь. Так, забираем этих героев. Есть тут кто живой? Операторы ПК Тесла отлично справляются с бронетехникой. Вы спасли всех бойцов разведгруппы. Так точно, Наташа. Они помогут быстрее добраться до пускового комплекса. Согласен. Если что, держи в курсе. Готовы начать сильную магнитную... Ну, какие у нас планы? Пока рано. Так, там у нас есть ранг. Есть тут кто живой? Я думаю, туда даже смысла нет идти. Ну, этот ранг как бы зарабатывать, ну, зачем? Не, конечно, он что-то там и покажет как-то себя, но по факту он не нужен.
здесь не такая уж. Укажите цель. На взлетку. Вас понял, штаб. Не расслабляйтесь, парни. Вроде должен был и второй подлететь, ну ладно, это не важно. Скоро все закончится. А ну-ка, шлепнем вот этого. Отлично, так, принимаем гостей. Мы с ними разберемся. Ура! Ура! За Советский Союз, слышали, да? Что командир сказал? Мы уже в пути. Ладно, сюда, значит, сюда. Да сюда, заберите ребята. Вы эту тему. Так, все, и давай. Вас понял, штаб. Это медведь какой-то интересный. Не расслабляйтесь, парни. Так, ребята, работаем. Так, они слились, да, убежали. Ну я хер с ним. А вот и они. Есть тут кто живой? Во, хорош, цепная реакция прям. Как всегда, так, есть у нас тут дороги. Двое спрятались, сюда, мы хуже их устранили. Вы что, хорош бежать, мой аквапарк? Детишкам-то оставьте. Так, здесь вроде все отлично. Вас понял, двинули. Кто следующий? Вас понял, штаб. За ними! Блин, медведи сейчас всех поубивают. Ура! Все Чикаго раскатаем на дрова. Не расслабляйтесь, парни. Блин, медведя жалко, конечно. Советской армии несокрушима. Слышали, что командир сказал? Мишек было жалко, конечно. Потеряли мы чуток. Всех медвишек. Всех медведей потеряли. Спутник запущен. Коммуникатор функционирует. Теперь можно проводить орбитальные бомбардировки. Ладно, сюда, значит... Позвольте мне представиться, враг мой. Ага. Мое имя Синдзо Нагама. Вы смогли. Поздравляю, командующий Кензи. Ракета. Но со мной вам не справиться. Правда? Противник залез в окопы? Теперь вы можете сбросить им на голову ненужный нам списанный спутник. От него им не спастись. Там, потише! Запустить спутник просто. Теперь пора разобраться с этим бардаком. Перейдите в меню секретных разработок и выберите пункт падения зонда. Готовы сбросить. Держи. Как вам эта музыка? Нравится? Так, это все, да? Чем мне нравился Red Tyler 3, конечно, это саундтрек. Саунд вообще прям лютый. Отлично. Так, подождите, мне такое ощущение, что мне кажется, по-моему, разрешение не то. Да нет, то мне просто показалось, что что-то больно так это, знаете, слишком прям уж близко. Они слишком далеко. Вперед! Спокойной ночи, малыши! Слышали, что командир сказал? А вот и они! А-а-а, ты смотри-ка, да? Эй, вы там! Испугались, да? Штаб на связи! Пехота долго не продержится! Так, ребята, идем! Так, отставить. Продолжаем патрулирование. Кто следующий? Как всегда, дураки и дороги. Ура! Готовы начать сильную магнитную бурю. Слышали, что командир сказал? Вас понял, штаб. Давайте, уничтожаем. Баба, хорош. Как всегда, дураки и дороги. Все Чикаго раскатаем на дрова. Спокойной ночи, малыши. А ну-ка, шлепнем вот этого прямо как в тире. За ними.
Что, правда, что ли? Куда ты поехал? Ну-ка, стоять! Смотри-ка, а. Собрался, да. А это кто такая? Вы думали, нас будет так легко остановить? Надо убивать эту быстрее. Эй, начальник! Ну-ка. Так, давай. Хорош! Красава, Олежек! Молодец, бро. Мы могли, кстати, здесь и проиграть. Они были хорошими бойцами. Но безусловно, вы, командир, Наташа, намного их лучше. Спасибо. Уверена, за эту победу жители Москвы будут носить вас на руках. Служу Советскому Союзу. Принимаем, ребята, поздравления, смотрим ресурсики, все как надо. Всем, дорогие друзья, спасибо, смотрим ролик. Принимаем поздравления от командующего. Полковник. Спасибо, генерал-майор. Я знал, на вас можно положиться. Генерал, мы выбили имперцев с большей части наших земель. Но без флота мы не сможем выиграть эту войну. Нужно отобрать у японцев Владивосток. Я полагаю, что полковник с этим справится. Не будьте наивны, Черненко. Японцы вот так легко не сдадутся. У полковника еще мало опыта. А с наскоку Владивосток не взять. Все же я считаю, что полковник оправдает доверие. Вот в этом я не уверен. Рад был узнать ваше мнение, генерал. Но пока что я здесь главный. Да. Это мне понятно. Ну так что делаем? Да, сэр. Генерал совершенно прав в одной вещи. Без поддержки флота эту войну нам не выиграть. Разбейте имперские силы, захватившие наш порт. Обязательно.